Могу одну Вас сказать. В знакомят. 98-м, когда мы стояли в Мартакерте, когда я служил в Мартакерте, Ты куришь там? азербайджанские солдаты боялись от Вот. нас. Вы же Вахеджан, Вахеджан, вас до сих пор боятся. Любой от страху обострется, увидя это светлое, мудрое, великолепнейшее, мужественное лицо. Любой этот человек выдержит. Вахеджан, такой, как вы, выйдет на передовую, обострется любой военнослужащий. О чем вы говорите? Вы это величие, вы это моя гордость, мое счастье, что я Спасибо, вообще с вами спасибо. разговариваю. Да, я... Тамран, Вахеджан, нам а во повезло, время... Тамран, нам повезло, что в 44-дневной войне такие, как вот Вахид, не служили там, Конечно, не воевали. как не Нам повезло. служили? Не, ну Служили. это Что был я молодежь, воевал? да. Я воевал 44-44, Вахеджан, вовремя 44-х. просто. В Старом 44-й, Карабахе да? я воевал. Мы сидели в Шуши. Мы взяли много турецких и азербайджанских пленных в Ага. Шуши. Ага, А Шуши. потом русские ударили нам цирконом в Шуши. Русские ударили. Да, русские ударили Шуши армянам цирконом. Потому что они хотели очень быстро Шуши дать Азербайджану, чтобы закончилась война. Там Я был погибли тогда... очень... У тебя какая должность была там, Вахе? Ты кто был? Капитаном, майором, полковником, генералом? Кто был? Я Генерал? там был командиром без Обижает. звания. Обижает. Я был там командиром без звания. А звание Как? получил после войны. Вахеджан, И какое у тебя звание? После... То есть Генерал-лейтенант. вам Араи А, ты Карапетян, да, дал? генерал-лейтенант. Да. Чамлан, Вот. бунны яз. Бунны яз, Конечно, что Чамлан, ты бунны думаешь? яз. Это великий человек. Бунны яз. Вахеджан, это великий человек. Великий. Вахеджан. Спасибо, спасибо.